Там, судя по всему, никого. По-моему, после дня труда все уезжают. Как мило, правда? Здесь кто-то еще живет? Тамара дома? По-моему, вы автоприцепом ошиблись. Я думал, мы здесь совершенно одни. Что за черт? Папа. Помогите! Оставьте нас в покое! Давай, пожалуйста. Основано на подлинных событиях. Вы можете бежать. Вы можете прятаться. Или вы можете драться. Как черт знает кто. Оставьте нас в покое. Но мы ведь только начали. Незнакомцы. Ночные мучения. 9 марта.